Я понимаю, что это Каховская. Это что получается? Следующая станция что? Варшавская. Фух, достаточно холодно на улице. Позади меня вестибюль новой станции Мичуринский проспект, который располагается на большой кольцевой линии. 7 декабря 2021 года московская подземка пополнилась огромным количеством новых станций. 10 станций, 10, только представьте. От Мелников до Каховской за 30 минут теперь можно доехать. Сегодня в этом ролике я вам покажу все новые 10 станций на большой кольцевой линии. Пойдемте смотреть. Гиги, за шаги. Мы на станции Хорошевская большой кольцевой линии. Здесь и сейчас я жду своего поезда до станции Мневники. Пока что. Напоминаю, что сейчас за этой станцией до сих пор сохраняется вилочное движение. Отсюда мы можем добраться как до делового центра, так и до Каховской. Сейчас два поезда идут на Каховскую и один до делового центра. Когда кольцо замкнут, большая кольцевая линия окончательно попрощается с вилочным движением. Эх, сколько же их было. Но это вопрос времени, ну а нам пора отправиться до станции Мневники, дожидаться открытия новых станций. Вы думаете, что с самого начала пойдут слова о том, что ура, новые станции открылись? Ну, как бы не так. Начнем с того, что само открытие мы ждали около 3 часов. Помимо толпучки фанатов, которые стояли в ожидании открытия станций, еще ходил туда-сюда сотрудник и орал в громкоговоритель. Итак, около 2 часов. Потом ему надоело, и он ушел. И вот, 17:10, или сколько там уже, точно не помню, прибывает очередная Москва с мушником Мневники. Все уже разочаровались, что опять под оборот состав, а нет. Дежурная крикнула потом, что поезд до Каховской, и толпы радостных москвичей ринулись в поезд, чтобы как можно быстрее оказаться на новом участке большой кольцевой линии. В том числе поехал и я. Сразу после оборотного тупика за станцией Мневники начинается двухпутный туннель. Таким мы могли раньше видеть на других линиях метро, например, Некрасовская, но и не только. Обычный 10-метровый туннель в ширину и хорошо освещаемый, что может не радовать. Теперь подсветка под сиденьями на Москве 2020 стала соответствовать реальному цвету линии, на которой она ходит. То есть мы можем наблюдать, что здесь цвет бирюзовый, цвет большой кольцевой линии. Станция Терехова.
Она расположена в середине Мневниковской поймы, на искусственном острове. Сравнить территорию вокруг станции можно разве что с количеством нового подвижного состава на Замоскворецкой линии. То есть здесь ничего нет, но временно. Вот здесь у нас, мы здесь находимся, вестибюль первой станции Терехова. Вокруг нас Москва-река. До метро Мневники 28 минут примерно, но мы знаем, что это приблизительное время, поэтому у каждого оно будет по-разному. Вот, сейчас строятся жилые комплексы, и здесь находится спортивный комплекс ЦСКА. Что колонны сделаны не просто серого цвета, а здесь какие-то вот вырезки интересные, хоть это и, как сказать, нарисованы иллюзия, вот, но все равно это смотрится достаточно красиво. На потолке станции возвышаются, конечно, очень красивые люстры. Переход между двумя платформами и выход со станции находится посредине самой платформы. Вот так внутри выглядит сам переход между платформами. Конечно, сделаны очень и очень красиво в виде труб. Станция Унцевская. Платформа справа. Давно пошла тенденция строительства серых станций, ну да, они серые, но все равно есть выделение какой-то детали, части станции, возможно, которая украшает ее. И лично для меня на станции Кунцевская очень нравятся вот эти вот овальные лампы, вот, они достаточно интересные и красиво вписаны в эскиз станции, вот. Да, станция серая, можно было бы что-то сделать, вот как на Нижегородской, добавить цветного, но так решили проектировщики. С Кунцевской, как я и сказал, можно перейти на одноименную станцию Кунцевская, кроссплатформенная между Арбатско-Покровской и Филевской линии, выйти к МЦД-1 станции Кунцевская, доехать до аэропорта Шереметьево и Белорусского Савеловского вокзала. Ну а также посреди платформы находится выход, а также переход к поездам на другую сторону. Следующая станция – Давыдково. Платформа справа. Станция Давыдково – это одна из всех станций на открывшемся участке, которая нравится мне больше всех. В первую очередь цветами, они очень гармонично смотрятся – оранжевый, белый и синий. А также станция напоминает многие станции на Некрасовской линии берегового типа, такие как Юго-Восточная, Окская, Стахановская. Оформление станции посвящено работникам службы МЧС. Хочу отметить, что станция Давыдково стала первой станцией в Можайском районе Москвы, что, конечно, не может радовать жителей. Ну что же, это была последняя станция с береговой платформой, далее идут только с островной. Разделение на два туннеля находится прямо перед самой станцией, Аминьевская. Аминьевская, но это просто что-то, нечто, прям напоминает, знаете, космос. На потолке, вот, знаете, черное небо и звезды возвышаются над станцией, а это, вот, знаете, стены напоминают море, синего, голубого, белых цветов. Ну и колонны черного цвета просто идеальны.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Мичуринский проспект. Для вашей безопасности держитесь за поручни. This is Мичуринский проспект. Такое мы, наверное, еще не скоро услышим, но приехав на эту станцию, я изначально подумал, что попал в Китай. И народу много, и архитектура связана с Китаем. Но всему этому есть логическое объяснение. Все дело в том, что строили эту станцию китайские рабочие. А народу много, потому что пересадка здесь не шуточная, а именно на Солнцевскую линию. При этом и для второй кольцевой линии, и для желтой ветки наземный вестибюль общий. Проспект Вернадского. Здесь пересадка на одноименную станцию Сокольнической линии. Переход располагается посредине платформы. Но у меня возник вопрос. Неужели нельзя было повесить данные указатели пересадки чуть выше? Наверное, нет, раз уж я один задумался об этом. Пересадка здесь напоминает пересадку со станции Петровский парк на станцию Динамо. Они практически идентичны. Что можно сказать по поводу оформления станции? Станция задумана в стиле хай-тек. Она имеет индивидуальный образ, основан на сочетании геометрических форм теплого монохрома, отделки потолка, пола, колонн и графически яркой темы путевой стены. На потолке светло-серого цвета в шахматном порядке располагаются встроенные светильники. Отражаясь на мраморном полу, они создают на нем узор. Ну и как по мне, следующая станция в моем списке просто довела любого человека, который посетил данную станцию, до слез от своей красоты. Новаторская, имеет ярко выраженный образ. Главным ее акцентом является подвесной потолок из разноформатных панелей из триплекса с цветной пленкой оранжевого цвета трех оттенков. В качестве отделочного материала потолка впервые применено стекло, создаваемое им параметрическая композиция вызывает ассоциации с образом солнца, огня и энергии новаторства. По изначальному проекту станция должна была иметь название улица Новаторов, по проходящей недалеко улице Новаторов. Также в центре платформы располагается будущий переход на будущую Троицкую линию. Но пока он закрыт. У Новаторской также перед станцией находится стрелка. Она ведет на Троицкую линию будущую, то есть это будет ССВ. Станция Воронцовская. Переход на станцию Калужская. Станции, конечно, очень пыльные, но очень красивые. Тут вообще 50 на 50. Конечно, можно было помыть, но станции просто бомбезные. На деле потолок напоминает какую-то волну. Вот вы знаете, вот так вот они идут вечно, вот и напоминают волну. Что хочется сказать по интервалу, то здесь от 2 до 5 минут в зависимости от времени. Вечерами бывает и до 6, и до 9 минут. Переход на Калужскую, Калужско-Рижскую линию находится в том торце, в сторону Каховской, первый вагон. Здесь просто выход в город. Зюзина. Путевые стены состоят из панелей черного, желтого и темно-серого цвета. Потолок станции украшен крупными геометрическими панелями с подвесными светильниками. Динамическая композиция создает иллюзию движущегося потолка при движении по платформе. Колонны на платформе облицованы светло-серым мрамором. Ну и последняя станция в нашем списке – это Каховская. Как говорится, конечная, поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагонов. Ну и правда, он дальше не идет, а едет обратно. Вы спросите, это как? Все просто. Здесь составы разворачиваются по принципу, как на Электрозаводской, так как оборотные тупики находятся перед самой станцией. Напомню, как это работает. Поезд приезжает на Каховскую, высаживает пассажиров и уезжает в обратном направлении, под оборот. И через несколько десятков секунд возвращается обратно в неправильном направлении, меняет снова кабину и едет обратно в сторону Мневников.
Вроде все сложно, а так, в принципе, если разобраться, то легко. Хочу напомнить, что до открытия оставшегося участка Каховской линии, которая присоединится к Большой кольцевой линии, автобусы КМ работают для вас в штатном режиме. В рамках работ по реконструкции Каховской линии и ее будущему включению в состав Большой кольцевой была проведена замена всей отделки. Керамическая плитка на путевой стене заменена на белый мрамор со вставками черного на тех участках, где это предусмотрено. Литые вставки, посвященные гражданской войне, сохранены. Мраморная облицовка колонн заменена на более темную. Да и вообще станция преобразилась и выглядит достаточно красиво. Пересадка на Севастопольскую находится в центре зала. В качестве итога могу сказать одно. Станции поражают своей красотой до слез и уникальностью. Но они получились очень пыльными. Надеюсь, скоро здесь все отмоют и не будет проблем. А у меня все. Подписывайтесь на канал, и все мы ждем новогоднего ежика в новой облицовке. Ждите новых роликов. С вами был Метро Жизнь, Владислав Григорянц. До скорой встречи. Пока.